Чебоксарах разыграли награды Кубка России по карате. Это 9-й кубок страны. В этом году он прошел по 7 программам. Карате – это не просто вид спорта, это образ жизни. Он формирует в участниках силу духа, воспитывает волевые качества. В Кубке Федерации в Чебоксарах приняли участие школьники, студенты и ветераны. В спорте нет возрастных ограничений, отметил Михаил Игнатьев. Для поддержания здоровья каждый должен заниматься спортом и правильно питаться. Касаясь массовости, мы ежегодно в динамике в лучшую сторону свои показатели улучшаем. Благодарен всем тем жителям, которые неравнодушны к физической культуре и спорту. Благодарен родителям, то, что позволяют своим детишкам, своим дорогим детишкам делать все это возможное. Благодарен учителям, тренерам, федерациям разных видов спорта. Это же здорово. Кубок Федерации по карате собрал в Чебоксарах спортсменов из 16 регионов страны. Это более 900 участников. Команда из Чувашии заняла первое место.